Доброе утро. Сегодня у нас принимаются меры по тушению 10 лесных пожаров на общей площади 229 тысяч гектар. Это на территории 6 районов республики. Из них локализовано у нас 4 пожара на общей площади 98 тысяч гектар на территории 4 районов республики. Ну и ликвидировано за отчетный период у нас 9 пожаров на площади больше 280 тысяч гектар. На сегодня новых пожаров нет. Всего у нас действует 46 пожаров на общей площади 451 тысяч гектар. Это на территории Усть-Майского района, Тампонский район, Кабяйский район и Верхневилюйский, Вилюйский и Чурапчинский район. Так, и на тушении у нас работает 564 человека и 66 единиц техники. Также авиация применяется. Сегодня планируется на территории Усть-Майского района и в сторону Вилюйских групп районов. Также у нас на северных территориях Жиганский, Среднеколымский наблюдаются термоточки. Идет по ним тоже работа, ведется наблюдение. Ну, в целом, они достаточно удалены от населенных пунктов. В целом, по действующим пожарам у нас угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодня нет.